Но если у вас близкие отношения, то есть два способа помочь. И оба начинаются тогда, когда вам стало легче. То есть вам надо заниматься духовной практикой, молитвой, внутренне что-то делать, внутри себя что-то делать до тех пор, или куда-то ходить. Вот, допустим, вы приходите в храм куда-то и настраиваетесь сначала на духовное мероприятие, входите в его вот настроение. И в тот момент, когда вам стало легче там, на духовном мероприятии, вы должны также подумать о своей сестре. И в этот момент, когда вы начнете о ней думать, у вас будет бороться вот это чувство тяжести в сердце с тем, что происходит во время мероприятия духовного. И если вы настроитесь на мероприятие, и в сердце станет легче, то вы первый этап помощи уже сделали. То есть с этим настроением вы должны, можете потом дальше с ней начать разговаривать. Вам будет все равно тяжело. Ну, сейчас не надо об этом говорить, одобрять, не одобрять. Сейчас не время не одобрять. Когда растение высохло, его надо поливать. Его не надо общипывать. То есть вам надо сейчас просто давать ей любовь. Сейчас это не вопрос принципов, не время выяснения отношений, время труда. Труда сердца, труд сердца начинается с сердца. Вам надо сначала научиться так настраиваться, чтобы вам было легче с ней общаться. Это значит, что ваша сила, вашей силы хватает ей помочь. Вам ваша цель просто ее успокоить. Когда она, когда человек успокаивается в беде, у него начинает действовать разум. Разум действует только тогда, когда человек успокаивается. В беспокойстве разум не действует. Поэтому первая цель человека, который хочет помочь, это успокоить человека. Успокоить означает дать ему силы, вдохнуть в него свое состояние, свою веру, свои силы. Это первый этап. А потом дальше, уже на втором этапе, нужно постепенно переключить ее сознание, насколько это возможно, на какую-то деятельность, на то, чтобы она была счастлива в чем-то, в какой-то деятельности, получала, уже сначала вы ей даете силы, она рядом с вами успокаивается, а потом она начинает успокаиваться рядом с какой-то деятельностью. Это второй этап. На третьем этапе, если вы уж вы действительно хотите ей помочь, вы должны каким-то способом дать ей знание о том, что смерти нет. Проблема заключается в том, что у вас у самой нет этого знания. Потому что вы сказали, что не умерло два человека. Люди не умирают. Вы не можете этого сейчас понять, потому что это запредельная такая информация. Но никто не умирает. Я могу это понять, потому что я чувствую и вашу сестру, и этих людей, которые оставили тело. Один совсем недавно, другой раньше гораздо. Вот. Я чувствую этих людей, и как она с ними взаимодействует. Поэтому у меня нет вопроса, в том, живы они или нет. Как можно почувствовать того, кого нет? Да, это факт. Вот молиться за них означает, что вы взаимодействуете, вы служите Богу. То есть люди часто не понимают, что значит за кого-то молиться. Человек просто служит Богу. Но плоды этого служения, то есть свою память, он посвящает кому-то. Он занят служением, он не занят чем-то другим. Он думает о Боге. Но память свою, задние какие-то мысли, то, что сзади, или он говорит, я это делаю вот для тех-то. Вот это называется за кого-то молиться. Но если вы постоянно думаете о ком-то и думаете, что в это время вы помогаете, нет. Помочь ну, можно только своим служением. Когда ты служишь Богу, тогда ты кому-то помогаешь, если он у тебя в памяти в это время находится. Вы можете настроиться только, когда у вас есть вера в старших. Сила молитвы передается от одного человека к другому. Если вы включаете молитву чью-то,
и вместе с этим человеком молитесь, в тот момент, когда вы поверите в его голос, в этот момент вы настроитесь. Давайте дальше двигаться. Я буду спрашивать тех, кому тяжело. Ну вот мужчина, допустим, вот, да, вы? Вставайте. Или это женщина? Да, вы. Женщина? Женщина, извиняюсь. Я плохо вижу уже там дальше. Хоть очки поменял. Вижу все равно. Думал, лучше буду видеть. Отсвечивает та часть зала уже. Я просто коротко подстеглась, поэтому... Ну, я вижу только профиль, да. Здравствуйте, Геннадьевич. Я год назад вышла замуж. Отношения очень тяжелые. Хотя человек хороший, я его люблю. Но когда мы ссоримся, он становится очень агрессивным. И с ним ничего невозможно сделать, он психолог, но больше всего меня волнует то, что он склонен к аутоагрессии, он начинает наносить какие-то повреждения во время... Себе? Себе самому, меня он не трогает, себе он наносит какие-то повреждения, и я ничего не могу с этим сделать. Сейчас он заболел, недавно он принес инфаркт легкого, уехал к маме, во всем обвиняет меня, стоит вопрос о разводе. Что мне делать? Мне пытаться спасти семью, я очень хочу ее спасти, но я понимаю, что, возможно, там даже есть какие-то небольшие психические отклонения, потому что просто так человек... А у нас у всех есть психические отклонения. Mm-hmm. Знаете, что жизнь без психических отклонений означает жизнь, в которой человек очень сильно соединен с Богом. В этом соединении человек чувствует победу над своей судьбой. И тогда его разум тверд, ум спокоен. Жизнь без психических отклонений означает разум тверд, то есть соединен с Богом, а ум спокоен. Без спокойствия ума счастливым быть невозможно, а без счастья нет нормальной жизни. Все эти беспокойства, раздражения означают нехватка энергии внутренней. И все это означает отклонение. У каждого человека есть отклонение. Но есть люди, которым тяжело просто по судьбе, тяжелее стало, а есть, которым легче. Есть только один вид психического отклонения, который действительно, на который стоит обращать внимание действительно. Это неправильное мышление, неправильная философия. Понимаете, вот это вот серьезный вид психического отклонения. Он приводит к тому, что человеку начинают овладевать духи в какой-то момент. И это уже называется психическое заболевание. Но если человек срывается просто сильно, и потом трезвеет и раскаивается, то это управляемая ситуация. Он режет себя палец, он пытался отрезать себя палец, он может бить себя по лицу, он может там... Ну, ему тяжело, значит, больно сильно. Я боюсь, что он же такой причинит какое-то увечье, и я очень этого боюсь. И у меня маленький ребенок, у меня сын 8 лет, я боюсь, что это может все происходить при нем, и он, я абсолютно никак не могу, я его успокаиваю, прошу. Если человек находится в невежестве, надо жить отдельно и молиться за него. Невозможно жить с таким человеком вместе. Есть три состояния сознания людей. Первое состояние. Человек находится в невежестве, то есть он, его эго настолько сильно, деструктивно влияет на ситуацию, что человек не может себя контролировать. Такие люди или имеют очень серьезные вредные привычки, или они ведут себя очень агрессивно по отношению к другим или к себе. Такие люди могут быть асоциальными. То есть асоциальность означает ненависть к кому-то очень серьезной, к другим людям, духовным традициям там, и так далее. Когда человек находится в невежестве, с ним невозможно строить близкие отношения. Но при этом не означает, это не означает разрушение семьи. Надо научиться находиться на дистанции от этого человека и молиться за него, чтобы молитва очистила его сознание и перевела его из состояния невежества. Невежество — это всего лишь покрытие разума эгоизмом. Это уровень покрытия разума. Понимаете, в человеческом теле покрытие эгоизмом можно преодолеть с помощью молитвы, духовной жизни, даже близких людей. Человека может озарить, просветлить. Но у животных покрытие настолько сильное, что они не могут, у них разум не включится никогда, потому что для этого не существует возможности психики в тонком теле. Они закрыты. Поэтому невежественный человек, он в принципе ведет себя как животное. То есть он
не управляет, не понимает, как правильно делать. Но он не животное, он человек. И разница именно в этом, что за него, молясь, можно чистить его. Тогда можно пробовать жить вместе. Но обычно опыт показывает, что это идет циклами. Невежественный человек не может сразу выйти из невежественного состояния, он несколько попыток обычно делает. Поэтому надо, можно сближаться, уже зная, что придется опять разлучиться, потом опять сближаться на подольше, потом еще, и потом в какой-то момент он уже стабилизируется. Но условие такое. Во время молитвы вы должны почувствовать, что этот человек хочет изменить себя. Если он раскаивается и хочет изменить себя, значит, тогда постепенно все получится. Но первый этап — это жить в сердце рядом с ним. Не телесно, а в сердце. Спасибо. Страстные люди — это те люди, которые ведут себя нормально, они адекватные, все, они ведут себя нормально, но они очень сильно привязаны к внешним идеям. Не к настоящему счастью, то есть любви, гармонии, отношениям, Богу, не к настоящему счастью, а к внешним идеям сильно привязаны люди. То есть нам нужна квартира, нам нужен статус в обществе, нам нужны деньги там и так далее. Люди как бы к этому очень сильно привязаны. Такие люди, они в принципе хорошие, нормальные люди, они не такие, не разрушительные по своей природе, но у них нет возможности по-настоящему любить. От них нечего этого ждать. Они могут наслаждаться рядом с тобой, то есть быть влюбленными, наслаждаться рядом с тобой, испытывать счастье, говорить, что я тебя люблю, могут ухаживать, заботиться, могут испытывать чувства очень сильные. Но если человек не имеет внутренней основы, его тянет к внешним вещам, его цель жизни внешняя, а не внутренняя, у него нет стремления к Богу, нет стремления к молитве, нет стремления к самосовершенствованию, нет совести, нет понимания глубокого смысла человеческой жизни, то этот человек никогда не может быть верным до конца. И поэтому не надо сильно рассчитывать, что пока этот человек не поменяется, не надо сильно рассчитывать, что он тебя не бросит. Он пытается говорить об этом, пытается говорить о разводе. Я должна как-то его останавливать? Он, или если он сам хочет разводить? Вам вообще мне на эту тему не надо с ним говорить. Он предлагает, он говорит, давай разведемся, я не могу, он меня во всем обвиняет. А вы говорите, что я не развожусь никогда, я не склонна к этому. Просто молитесь за него. Если он сам это сделает, молитесь. Сам сделает, это его дело, ну, конечно. Спасибо. Ваша вина будет только в том, если вы сердцем не исправляете ситуацию, а просто ждете, тогда вы виноваты. Если вы молитесь, раскаиваетесь во всем, тогда все будет хорошо. Я не договорился с ним. Поймите, самое главное, что вы должны понять из этого всего. В этом мире не бывает просто людей, которые почему-то сваливаются на нашу голову. Вот это самое главное и первое, и самое сложное, что вам нужно понять. Этот человек является олицетворением вашей судьбы. Вы так сами себя вели до этого, понимаете, когда-то. И поэтому вы получили этот экзамен. Это сложно понять и принять, но когда человек понимает и принимает это, какой бы сложный экзамен ни был, как, на какой бы дистанции с этим экзаменом не нужно было бы себя вести, все равно человек оказывается победителем. Проигрывает в своей судьбе тот, кто считает, что этот человек плохой, я хороший, поэтому пошел он подальше, и я найду себе лучше. Вот этот человек, который так думает, он никогда судьбу не победит. Даже бывает так, что человек не может справиться со своей судьбой, и семья разрушается. Но он при этом не считает, что этот человек не мой, мне надо найти себе лучше. Он так не считает, он просто понимает, что он не справился, раскаивается в этом, но ничего не может сделать. Такое бывает. Если вы правильно все будете понимать, тогда вы победитель своей судьбы, и дальше все будет лучше в вашей жизни. Но вот почему я вам это сказал, потому что вы видите, что пока дальше все становится хуже, а не лучше. Это значит, что вы неправильно относились к тем, кто был до этого. Спасибо вам, что вы согласились. Значит, все идет хорошо. Я спрашиваю тех, кого нужно сильно спросить, да? Согласны? Вот в синем девушка. Да, вы? Ага.
Нет, нам нужно для всех же, мы для всех. Меня, кстати, спрашивают и обвиняют, даже я в интернет читал подобное, я люблю читать обвинения в мой адрес. Это полезно очень. Там обвиняют, что, вот буквально слова такие, он поднимал при всех женщин и заставлял их говорить о своих личных проблемах при всех. Унижал их своими словами, издевался над ними. Вот так вот мне там пишут. Видите, этот формат очень сложный. У нас идет открытая беседа при всех. Этот формат очень сложный для сознания. Вот некоторые люди не ожидают, что так возможно, такая беседа. Но мой опыт показывает, что именно такая открытая беседа, она дает возможность людям глубоко осознать, буквально за несколько минут осознать, переосмыслить все, что происходит в жизни. Потому что это очень ответственный момент, человек открывает сердце. И это является также помощью для всех, кто слушает. Представляете, какая уникальная возможность. Люди из своей любви дают вам возможность окунуться в свой личный опыт, и вы получаете уникальную возможность пережить это все, все вместе. Этот формат возможен только для тех, кто как семья. То есть если вы приходите на мою лекцию, и вы глубоко проникнуты отношениями, тогда для вас этот формат нормальный. Если вы пришли первый раз, и вы как бы боитесь всего, что происходит, вы можете воспринять это как странно, что-то такое странное, непонятное. Но в древней культуре так люди жили. Они всегда были открыты во всем. И никогда ничего не скрывали, не таили. И все решалось очень быстро и просто. Да. Ну, то есть, видите, вы никуда не ушли, получается. Давайте не будем продолжать, не будем продолжать. Давайте я начну как бы сейчас беседовать на эту тему с залом. Видите, невозможно бросить ситуацию. Правда ведь? Допустим, была сложная ситуация с близким человеком. Жить с ним невозможно было. Что нужно было делать? Древняя культура говорит, что в это время нужно не разводиться, а просто пожить отдельно и молиться уже, понимаете, когда люди непосредственно не могут решать ситуацию, они должны находиться отдельно и решать ее в сердце. Но мы не знаем вот этих законов. Мы думаем, что если я сейчас это, ну как обычно думает человек, мне с этим человеком тяжело. Скорее всего, он не мой человек, чужой для меня человек. То есть я прихожу к какому-нибудь психологу, там, астрологу, еще кому-нибудь, с целью найти подтверждение. Неопытные люди, они подтверждают, да, говорят, нет, это не твой человек. Ты как бы, ну, уходи от него, это не твой человек, найдешь своего, и все у тебя будет хорошо. Но видите, судьба будет догонять в виде дочери. Вот эта дочь, она похожа на отца, то есть она несет его судьбу. И через нее теперь судьба начинает действовать. Если как бы с дочерью разрушить отношения, судьба найдет еще какой-то способ действовать на вас. Она все равно не отстанет.
Потому что вот этот метод разрывать отношения и уходить, он не работает. Я просто делал глубокий анализ судеб многих людей и делаю такое смелое заявление сейчас, что этот метод не работает, потому что судьбу обмануть невозможно. Поэтому мы раскручиваем узел с самого начала, да? Первое, что вы должны сделать, вы должны раскаяться в том, глубоко раскаиваться в том, что произошло с вашим мужем. И также раскаиваться в своем сердце перед вашей дочерью. Потому что нельзя очно это делать. Она сейчас находится в невежественном состоянии, и она в любое ваше раскаяние воспримет как еще одну возможность сделать вам больно. Этого делать не надо. Нужно в своем сердце сейчас решать вопросы, связанные с вашей судьбой, пытаться раскаиваться, принять все, что судьба вам дает. Она вам вызвала, сделала вам обвинение. Дочь вам сказала, что вы во всем виноваты в ее жизни. На самом деле вы не виноваты в ее жизни нисколько ни в чем. Просто родители, они или могут подарить милость человеку, ребенку, изменить их судьбу. С помощью духовной своей силы родители могут изменить судьбу детей. Или у них не хватает силы изменить судьбу детей. Вот судьба этой дочери такова, что она уже заранее получила то, что сейчас происходит в ее жизни. Но она это связала с своей матерью. Она увидела процессы, которые происходят в ее жизни на родителях. И каждый человек увидит точно на родителях все процессы, которые дальше будут происходить в его жизни. Так можно предсказать себе судьбу, семейную жизнь. Посмотри, как живут твои родители. Если ты к ним привязан, к своим родителям, если ты не к бабушке, дедушке привязан, а к родителям, тогда посмотри, как живут твои родители, и ты увидишь свою судьбу. Такое бывает тоже, да. Это значит, смотри через один. Может, бабушка, дедушка, они, родственники, показывают нашу судьбу. Бывают иногда исключения. У вас исключения, так? Но это не значит, что нет системы. Поднимите руку, у кого так произошло. Давайте смело, ведем сейчас опрос. У кого так произошло, а у кого не так? Бывает и так, и так. Но по родителям можно судить о своей судьбе. Иногда они копируют твою личную жизнь, а иногда твою деятельность. Надо смотреть просто, как именно твои родители копируют тебя. Например, у кого-то родители, как они действуют в этом мире, будут повторяться с вашей судьбой, а у кого-то будет повторяться их личные отношения. Но родители все равно даны для того, чтобы нам увидеть себя со стороны, когда мы маленькие. Иначе зачем человек будет попадать в эту семью? Какой смысл? Нет смысла. Мы попадаем только к тем, кто похож на нас. Живем. Родители — это те, кто похож на нас. Вот в данном случае это классика жанра, то есть ваша дочка, она копирует вашу судьбу. У нее похожая судьба. И она сама виновата в своих проблемах. Но вы ей не помогли, не смогли ей помочь из-за того, что неправильный поступок совершили рядом с ней. Поэтому вот так вот. Да? Вот смотрите, это всегда означает ситуацию, в которой присутствует энергия невежества. Понимаете, там, где есть невежество, привязанность становится больной проблемой. Вот, допустим, я привязан к какому-то близкому человеку, да, он мне раз изменил, совершил невежественный поступок. Что мне делать? Улыбаться ему глупо, потому что он предал. И разрушать отношения с ним тоже нельзя,
потому что это предательство означает моя судьба, я тоже, видно, меня наказал Бог за что-то там в прошлом. Что делать с этим человеком? Какой ответ? Вы не знаете. Я сейчас вам расскажу. Эти ситуации, вот у женщины была эта ситуация. Тоже я сейчас спрашиваю людей, у которых тяжелая ситуация. Тоже такая же ситуация. Когда есть привязанность, но произошло какое-то чрезвычайное событие, да? То есть кто-то ушел из жизни, или человек вошел в невежественное состояние, или то же самое у вас, то есть дочь ведет себя неправильно, она совершила оскорбление серьезное на свою мать, и это оскорбление ввело в ее в эту невежественную зону. Человек в невежественную зону вот жизни входит очень просто. Надо совершить оскорбление на старшего или сделать гнусный поступок какой-то, и все, ты уже не живешь как раньше. Твоя жизнь пошла по другой колее уже. Ты находишься в невежественном пространстве, и все, что с тобой будет происходить, но не будет иметь никакого адеквата в это время. Итак, в это время вы должны научиться с помощью привязанности к Богу свою привязанность к дочери контролировать. Потому что когда человек сильно к кому-то привязан, он не может оставаться спокойным. Вот, допустим, если мне колят в руку, допустим, режут руку, я сильно привязан к своему телу и не могу оставаться спокойным. Единственный способ контролировать ситуацию — это думать о Боге настолько сильно, чтобы моя привязанность к руке ослабла, а привязанность к Богу окрепла. То есть сейчас дочери делать ничего нельзя и невозможно. И с бывшим мужем сделать ничего нельзя, невозможно. Вам нужно отстраниться от своей жизни сейчас. Вам надо погрузиться в духовную жизнь до тех пор, пока вы не начнете контролировать в своем сердце ситуацию. Первый этап — вам спокойно становится по отношению к дочери. Второй этап — вы начинаете с ней общаться, можете уже влиять на нее с помощью речи. Третий этап — меняется ее восприятие вас и так далее. И еще я хотел бы сказать такую вещь. Если вы хотите присутствовать на лекции и чтобы она получилась, не возражайте мне в жесткой форме. Это разрушает веру тех людей, которые присутствуют здесь в зале. И если вы будете действовать таким образом, мне придется как бы вас отправлять с лекции. Извините. То есть, если, допустим, вы хотите жесткие возражения какие-то высказывать, то это другой формат. Здесь приходят люди, которые хотят слышать старшего. Я согласен, что я не во всем прав, я могу ошибаться, но я беру ответственность за жизни людей сейчас, и если кто-то очень жестко, в грубой форме мне возражает, то этот человек разрушает отношения вот эти вот. И это значит, что он делает вызов. Здесь неуместно в этом формате, неуместен никакой вызов, поэтому как бы мы не будем принимать такой способ беседы. Вы можете сказать, я не согласен, я соглашусь, что это имеет место быть. Не обязательно всем со мной соглашаться. Но войны здесь не будет. Мы не будем здесь воевать. Все, кто захотят воевать, они все отправятся с лекции. Сейчас я просто попытаюсь понять. Вот женщина в очках, да? Вам сейчас тяжело, да? Я с вами буду беседовать. Да, конечно. Ну, это неправда. Почему никто-то? Спасибо вам за ваши добрые слова.
Я думаю, наша благодарность еще и вашим учителям, наставникам, и вашей супруге, всем, кто вам помогает и вас вдохновляет на эту деятельность. Пожалуйста, нам не оставляйте. Благодарю. Странно, я думал, у вас какой-то вопрос. Олег Геннадьевич, да, у меня есть вопрос. Задайте. Я буду слушать лекцию, и я получу ответ. Я хочу, чтобы вы задали это. Иначе у меня в жизни мой сильный сложный период, и моему мужу очень сложно было много. Что мне сделать с собой, чтобы ему было легче? Как мне себя менять, в каком направлении? У него какое-то категоричное состояние сейчас, да? Он на перепутье как-то или что? Что с ним происходит? Суд. Ему представят суд. Вот что. То есть у него какой-то переломный момент жизни происходит. Но в это время нужно просто поливать, его поливать любовью. Не, ему не надо, вы понимаете, у вас есть особенность, вы же разумный человек очень, вы педагог или кто, руководитель? Я преподаватель. Ага. Вы понимаете, у вас вот этот стиль, как бы давать знания, он очень сильно развит в вашем сознании. И этот стиль иногда мешает строить отношения. Вам сейчас не нужно давать ему знания. И это невозможно. Вам нужно просто его любить и заботиться о нем, и молчать. И тогда он будет счастлив. Благодарю. Вы прям точно попали. Я все время его гружу своими знаниями. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Давайте с вами поговорим. Нужен. Мы же для всех беседуем. На первом ряду, на втором ряду. Сейчас, пока люди собираются, еще будет ответ на вопрос какое-то время. Здравствуйте. Я на вашей лекции впервые, даже в интернете не слушала. Моя подруга сказала, что мне нужно быть здесь, и это вас выглядит. Мне кажется, вы не готовы к вопросу. Русские люди удивительные, они сразу готовы ко всему. Нет, это не онкологическая болезнь. Ну, я так думаю, по крайней мере. То, что вы говорите, это похоже вот именно на эту болезнь. Угу. Ну, по симптоматике, по вот ощущениям, по поведению человека. Семья находится в стрессе сейчас. Стресс побеждается солнцем. Когда тьма наступает, нужно солнце. Когда солнце восходит, тьма рассеивается сама. Вам не хватает силы сейчас в жизни. Много работаете, устаете. Вашей семье не хватает силы. Дети питаются силой от родителей. Родители от Бога. Вы ни от кого не питаетесь. Жена от мужа. Понимаете? Вам надо начать изучать, как правильно жить. Серьезно. Этим вы поможете всем, и своей дочери, и себе. Это прорыв в этом направлении будет знаменовать спокойствие в вашем сердце. Вот сейчас в вашем сердце отчаяние. Согласны?
Вот это отчаяние, когда сменится спокойствием, с этого момента вы начнете помогать дочери. А спокойствие потом превратится в знание. Когда человек получает в сердце спокойствие в результате своей работы над собой, следующий этап его жизни — это знание, как помочь дочери. Эта болезнь обычно означает нехватка контакта с природой. Понимаете, это частая болезнь в наше время, она проявляется по-разному. Это может быть аутизм, это может быть какие-то вот эти вот заболевания сильной чувствительности, типа аллергия или болезнь Крона там и так далее. Эти заболевания сильно высокой чувствительности означают нехватка защиты. Защитную энергию человеку дает природа. Это тоже как бы энергия Бога. Она для защиты предназначена. И детей таких, вот и взрослых, нужно учить контакту с природой. Нужно таким людям учиться быть ближе к природе. Есть разные аспекты природы. Кому-то нужно больше с водой иметь контакт. Причем даже внутренний контакт. Не обязательно день возле воды сидеть. Имеется в виду отношение в сердце, понимаете? Когда человек этот контакт получает, у него эта стихия, она успокаивается в организме и создается баланс. А врачи говорят, что неизлечимо. Есть повышенная чувствительность, она неизлечима, повышенная чувствительность. Но она нейтрализуется повышенным контактом с чем-то. Вы знаете, вам надо просто, вот это наша тема, вам надо консультацию в моем центре пройти, пообщаться с моими помощниками, с бесплатной консультацией, и там все решим. Мы сейчас говорим о вас, не о вашей дочери, что вам надо делать, хорошо? А вот женщина на предпоследнем, вот там, да, передо мной прям руку, вы не оборачивайтесь. Думали, я вас не спрошу? Вставайте, да. Олег Геннадьевич, я благодарна, что вы спросили меня, если честно, я думаю, что вы не спросите. Я принесла вопрос касаемо одного человека. Я постоянно вижу его машину. Она проезжает где-то рядом, не его, а похожая. И в последнее время я начала видеть его имя где-то. Компьютерные распродажи, там имя. Вот я не знаю, что мне делать, мне молиться об этом человеке. Вот человек здесь ни при чем. Понимаете, у человека часто человеком начинает владеть страх в жизни. Страх, он всегда имеет контакт с памятью. Понимаете, у человека всегда может быть такое в жизни случиться, что какое-то событие очень сильно нас пугает. И потом это событие может пройти, но память о нем остается глубоко в сердце, и человек, когда ему трудно в жизни, эта память начинает связывать его с каким-то объектом. Иногда это бывает во снах, во сне. Допустим, у меня был тяжелый период в армии. Когда я служил в армии, был тяжелый период жизни. И часто бывает, я сплю, и у меня такой сон, что меня уже второй раз вызывают в армию. Третий раз уже там, как бы уже возраст, я говорю, мне уже 50 лет, мне не положено. Поменяли постановление, закон поменяли. Опять в армию во сне, как бы. Я говорю, ну это же сон. Не-не-не, ты по-настоящему в армии идешь. Ну то есть страх, он генерализует тему. Он как бы, тема, она становится постоянной, и она постоянно живет в сознании. Ну а страх найдет через память, он находит объект, которому это все принадлежит. Ну то есть в данном случае у меня армия, а у вас человек. Страх его потерять получается? Или... Кого? Этого человека. Ну то есть близкий человек какой-то, которого боитесь потерять, да? И он видится вам везде, да? Нет, не он, его машина похожая. А, ну это же любовь. Не успеешь уйти, я бегу за тобой, чтобы во сне не растаял твой след головой.
такая любовь, вот такая беда. Когда тебя нет, ты со мной всегда. Я поняла вас. Большое вам спасибо. Дальше вот мужчина там, или кто? Вот вы, да. Ага. Как оставаться сильным, когда ты проигрываешь? Вряд ли я могу ответить на этот вопрос очень основательно, сильно и смело, потому что я не всегда остаюсь сильным, когда я проигрываю. Это особое, как бы, испытание для человека — оставаться всегда сильным. Не каждый человек способен его выдержать. Но я могу сказать точно, что если я молюсь, то в это время у меня все восстанавливается. Бывает так, что ломается все в деятельности, в жизни, но когда ты наедине с Богом остаешься, все восстанавливается. Это признак победы. У вас есть такое времяпровождение, как молитва в жизни? Это значит, она с вызовом идет, ваша молитва. Вы как бы показываете, как надо правильно, да, всем? Или как? Говорят, вроде да. А в семье никто никого не учит с помощью назидания. Кстати, это вот. Возвращаемся к преподавателю в университете. В семье никто не учит никого с помощью назидания. В семье можно учить только, ну, своим примером и терпением. Но если говорить о духовной жизни, она должна всегда быть очень скромной у человека. Никогда ее не нужно навязывать никому, особенно близким. И надо ее совершать до тех пор, пока не появится в сердце устойчивость и способность побеждать ситуацию с помощью своей внутренней силы. Любая ситуация побеждается с помощью внутренней силы, даже осознание, что тебе придется оставить этот мир. Ты оставляешь его в спокойном сознании в этом случае. Видите, нет поражений в этом мире для человека, если он связан с Богом, соединен. Но если вы чувствуете неустойчивость, это значит, что связи не хватает. Человек же ограничен в своих силах. Надо в вашей вере углубляться, изучать, как соединять себя в молитве с Богом, углублять эту тему. Я, к сожалению, должен начать лекцию, или к счастью. Прежде всего, хочу сказать, что подобные темы являются в некоторой степени вызовом по отношению к себе самому, прежде всего, и по отношению к самому лекционному формату, потому что формат чтения беседы, вот этой беседы, очень сложный. Я уверен, что сюда пришли люди, которые сейчас хотят услышать от меня рецепт какой-то. И я очень благодарен им за то, что это так. Хочу также сказать, что этот формат требует определенных корректив беседы. Это не совсем лекционный формат будет. И у меня есть просьба. Пожалуйста, сегодня не нужно со мной спорить. Если вы не согласны, вы можете возразить аккуратно, спокойно. Сегодня у нас очень чувствительная ситуация. И 100%, когда человек остается один, он со многим не согласен. И это несогласие, внутренний бунт, он может перенестись также на сегодняшнюю лекцию, но тогда никакой лекции не будет, будет просто спор. И в этом споре никто не побеждает, потому что только с помощью атмосферы любви
можно решать вопросы. Если вы чувствуете, что я совсем неправильно говорю, вы можете сказать об этом по-доброму. Я приму ваши слова. Хорошо? Договорились? Потому что я предупреждаю вас сейчас, что у нас очень острый формат будет. Некоторым будет больно что-то слышать или просто тяжело на этой лекции находиться. Но как бы вы сами выбрали, я выбрал этот формат. Это то, что надо. Я боялся, долго времени не хотел подобные темы поднимать, потому что они болезненные. Но поднимать же все равно придется, правда? Это наша жизнь. Поэтому давайте будем вот так настраиваться на доброжелательный лад, все прояснять аккуратно. Я буду стараться аккуратнее, вы тоже старайтесь, чтобы у нас не было взрывов никаких эмоций здесь во время лекции. Лекция, формат беседы построится следующим образом. Я буду освещать какую-то тему, и именно те люди, которые почувствовали, что это их тема, поднимают руки. Вот надо, чтобы вы честно так себя вели, не уводили тему в сторону. Не то, что вам сильно нужно получить ответ от меня, и вы поэтому сейчас поднимаете, а именно, если это связано с вами, вот эта тема. То есть я сначала вводную делаю, потом кто-то поднимает руку, мы с ним беседуем на эту тему, углубляем понимание через личную жизнь, потом движемся дальше. Нормально? Это называется углубленный анализ. Углубиться без жизни невозможно. Просто теория, она не углубляет ничего. Это больше образование, чем какое-то углубление. Углубление означает жизнь. Итак, первое, что нужно понять, это то, что самая главная причина одиночества всегда только одна. Это снижение духовности. Потому что духовно сильные люди никогда не остаются одинокими по двум причинам. Первая причина — их формат жизни совсем другой. Они живут в большой семье. Понимаете, духовно развитые люди не остаются в одиночку никогда. Они находятся в очень глубоких и тесных отношениях. Потому что есть три типа дружбы. Вернее, четыре. Но я сейчас буду говорить о трех. Первый тип дружбы — это дружба, в которой люди просто встречаются на отдых. Они вместе отдыхают. На праздники, на отдых. Это самая поверхностная дружба, она не дает никаких глубоких отношений. Вот. Эта дружба быстро заканчивается, когда человеку становится трудно, от него такие друзья уходят, с ним уже не отдохнешь. Второй тип дружбы — это дружба более серьезная, потому что она касается более серьезных вещей. Это деловая дружба. Она очень распространена в нашем обществе. Люди дружат с друг другом, потому что у них есть общие дела. Или родственная дружба. Это примерно равные. Деловая дружба чуть поповерхностнее, родственная дружба чуть поглубже. Но в целом эта дружба основана на каких-то обязанностях. То есть эта дружба не имеет сильно большой глубины. Обычно люди встречаются, чтобы что-то обсудить. У них есть общий интерес. Следующий тип дружбы, более глубокий тип дружбы, это дружба людей, которые занимаются самосовершенствованием. Они дружат с целью куда-то идти. И так, именно такая дружба является самым крепким союзом также в семье. Потому что в семье люди могут общаться просто по праздникам друг с другом, потому что у нас есть. А так мы вместе работаем просто и лежим в постели. Мы общаемся, когда у нас есть какое-то событие, что-то есть обсудить. Вот второй тип дружбы в семье — это деловая. Мы вместе воспитываем детей, мы вместе копим на квартиру, работаем. У нас есть обязанности какие-то, мы их обсуждаем. Это деловые отношения в семье. И третий тип дружбы — это дружба, когда люди идут вместе к Богу, и они обсуждают вот это вот само что-то чистое, светлое отношение с Богом, свои друг с другом, пытаются глубже понять этот мир,
глубже понять людей, обсуждают все это вместе. Есть еще четвертый тип дружбы, который труднодостижим для нас с вами. Это дружба возвышенных людей. Эта дружба основывается на глубоком понимании чистоты другого человека, его святости, его чистоты. И эта дружба бывает трех видов. Первый вид такой дружбы — это равные отношения. Второй вид такой дружбы — это когда есть учитель и ученик. И третий вид дружбы — когда наоборот. Есть ученик и есть учитель. Понимаете, эта дружба тоже дружба, но она имеет, основывается на видении чистоты человека. Это самый сильный, возвышенный вид дружбы, меняющий жизнь человека. Труднодостижим в наше время.